Дороги в Элат. Мое путешествие четырехдневное почти. Это наше начало пути. Мы позавтракали, заехали, там было пару фотографий, если Инка захочет поместить. А это вот такие горы. Мы сейчас поедем туда вглубь парка. Нам дали карту. Сейчас мы поедем на машине. И там где-то будем пешком проходить. Если вместится, мух полно. Если вместится все у меня, то вы тоже будете со мной вместе путешествовать чуть-чуть. Перед на Красное море. Было на Красное море, едем. Ой, машина завелась. По дорогу. Самый большой природный парк. Где здесь? Под Эйлатом. Симна называется. Ой, посмотрите, где мы сейчас тут будем. Мы заехали. Я забыла снимать, потому что сама увлеклась вот этими тут скалами. Просто как будто в фильме «Золото Маккены». Вот там вот. Дальше. А что, мы фнаем? Нам еще не хватает для Вали велосипеда. Какой-то парк, короче, Таня говорит, что здесь есть это такое озеро. Раскопки. Да, тут когда-то медь добывали. Ой, вы посмотрите, какие просто лунные пейзажи. Вообще, вы такого больше нигде не увидите, как я вам сейчас сниму. Как бы мне вам приблизить это? Это надо там картинку купить. Нужно еще картинку. Посмотрите, какой. Боже мой. Боже, какая. Как? Чего? Это мы едем к Эйлату. Это за полчаса до Эйлата мы завернули в парк. Сейчас Таня будет меня тут таскать. Пешком везде. Хорошо, что я взяла свои скандинавские палки. Пали. Билет, где нам рассказывают, сейчас мы поедем на машине, нам дали карту, мы сейчас поедем на машине все по этому парку. Вообще шикарное место, вообще первый раз, сколько здесь живу, первый раз. Такое все нам рассказывает, вот тут гид. Все это там, где по добыче меди. Доча, тебе сюда, ты любишь такие вещи. Тут, короче, он все включил для русской бабушки, все включил на русском, и теперь он опять что-то рассказывает. Деление медиашлаков. От сильного жара руда плавилась, и на горящих углях появлялись капли меди. Инка, представляешь, на русском языке для нас включили, как медь плавилась. В ходе 10-часового процесса все время добавляли руду и уголь. Капли меди скапливались на дне тигля. Более тяжелая медь опускалась на дно, а на дне сверху скапливались оставшиеся после плавки шлаки и выгоревшие угли. Очень интересно. В верхней части стенки печи пробивали отверстия, и шлаки вытекали в заранее приготовленное углубление. Делаю шоу, для меня включили на русском, посмотрите, ребята, посмотрите, какой пейзаж. Инна, ты должна это показать. Это место, где, это самое древнее место, где добывали первую медь. Ну вот здесь, во всяком случае, да. В Израиле. Ну не в Израиле, а тогда, когда я здесь была. Он сказал, до того, как сюда пришли алпироны и стали собирать здесь пластик и сделали на это миллионы. Ой, боже, как шивы, ребята, классно, продолжаем отдыхать. Просто такие, да, такие вот. И тоже такого медного цвета. Ой, какие люди маленькие.
Грубка много здесь. Соломоновой столбы. Огромные. Вот люди маленькие такие. Там они поднимаются по скалам. Есть ли виды? Я даже не вижу, что я снимаю. Просто это так величественно. Это просто такого нигде в мире нет. А теперь посмотрите посреди вот этого. Вот этой глыбы камней, сопок, гор. Вот такая вот, такой вот оазис, вот такое озеро. 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 Ой, как красиво, пальмы. Просто оазис. Я опять не вижу, что я снимаю. Такое яркое солнце. Там в уголочку сидит. Приятно, невозможно приятно. Завтрак под аллилуйю. Но это не показать невозможно. И кино. Понимаю, что это кто-то едет. Я не так часто езжу в гостиницу, но это бесподобно. Бесподобно красиво. Бесподобно красиво. Я же там одну ложечку вам сняла. Ну посмотрите, вот что взять? Вот хрен его знает, что взять? Вот это свинство. Свинство, ну не знаешь, на чем глаз остановить. Это просто какой-то ужас. Дельфинарий. Теплые края. Да, в дельфинарии просто красиво. Побережье. Красота. Просто уже на другом конце Элата я здесь редко бываю, поэтому очень красиво. Страна. Всем. Вот вылетают. И тут их люди вон стоят, караулят. Что где-то они проплывут, выплывут, я уже видела. Так они красиво кувыркаются здесь. Там вдалеке плавают лодки. Ух ты, вот тут их три штуки. Вот один там. Сейчас были, ой, вон там. Красота, вот один сверху плывет. Там где две. Восход солнца. Первые лучи из-за горы. Мы видим. Сейчас вот красиво так. Обалдело, как красиво. Муська, смотри, в каком я раю. Здесь уже другой немножко у нас вид. Поэтому мы вышли с каньона, я тебе просто... Показывает цвет моря. А вон там граница. Что там, Сирия? Что там у нас находится? Короче, кайф. Птичка пришла покушать. Птичка возле нас пришла поесть. Павлин, ну хоть бы хвост распустил. Мы тут тебе так фотографируем.